Российское физкультурно-спортивное общество «Спартак» четвертый год проводит в Люберцах детско-юношеский фестиваль «Тхэквондо». На главной арене «Триумфа» за призовые места состязались борцы от 3 до 15 лет. Спортсмены проявили на корте стойкость духа и бойцовский характер. Подробнее в нашем следующем сюжете. Спортивный фестиваль – еще одна возможность показать результат усердных тренировок и завоевать награды. Турнир объединил 700 опытных спортсменов и новичков со всего городского округа. Я занимаюсь тхэквондо один год, но уже много раз участвовала на соревнованиях. Тхэквондо мне нравится, потому что я могу за себя постоять и научиться драться. Сегодняшний фестиваль классный, я уже выступила, посмотрела на других, и тут очень круто. Самым юным участникам всего 3. Фестиваль им помогает побороть страхи, воспитать силу духа и стать более уверенными в поединке. Это главная цель нашей популяризации спорта, вообще здорового образа жизни. Вот, дети здесь участвуют наравне со взрослыми спортсменами, вот, и привлекаются к спорту. Они тянутся за взрослыми, перенимают опыт, ну и, соответственно, растут вместе со всеми. То, что они на тренировках себя показывают, на соревнованиях, это, естественно, все закрепляется. Конечно, каждому тренеру хочется, чтобы их ученики победили, но здесь проигравших у нас нет. Любой человек, который занимается спортом, он уже победитель. В округе учат тхэквондо в 30 секциях. Всего Люберецкая федерация объединяет более 1000 спортсменов. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛТВ.